Вы смотрите обзор товара MobSprint Plus Traniq 40 см. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Внимание! Перед началом использования необходимо предварительно постирать новый моб и микроволоконные салфетки при температуре 95 градусов Цельсия или обдать кипятком. Эта процедура укрепит швы и улучшит впитывающую способность нитей. Исключение – акрил кала, акрил колор. Текстильные изделия из микроволокна, абразивного материала и мопы антибак следует отсортировать и стирать отдельно друг от друга. Раздельная стирка препятствует повреждению структуры волокон, которая может произойти из-за контакта материалов между собой. Кроме того, изделия из микроволокна следует стирать в бельевой сетке. Полиэстер хлопок, микроволокно. Хорошо собирает волосы, может использоваться на любых покрытиях. Мопы Вермов чрезвычайно долговечны и выдерживают многократную стирку. Выполнены из качественного сырья, что гарантирует высокий уровень уборки. MobSprint Plus Traniq оптимально впитывает грязь, благодаря сочетанию микроволокна и хлопка. Перед использованием обязательно постирать при температуре 95 градусов. При стирке не используйте кондиционер. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.